Подведены итоги областного театрального фестиваля-конкурса «Мельпомена», в котором приняли участие все профессиональные театры Ростовской области с новыми постановками сезона 2019-2020 годов. 18-й по счету фестиваль вновь выявил лучшие творческие работы в различных жанрах и видах театрального искусства, будь то кукольный театр или балет, и отметил наградами самых достойных служителей «Мельпомены». Новошахтинским зрителям будет приятно узнать, что выступление нашего любимого театра на фестивале стало ярким и впечатляющим для зрителей и получило высокие оценки членов жюри фестиваля. Лауреатом в номинации «Лучшая работа режиссера» стал Михаил Сопов за постановку спектакля «Фауст». Творческим прорывом стало исполнение Кристиной Казаровой роли Мефистофеля в этом спектакле. Победителями в номинации «Лучшая женская роль второго плана» стали две актрисы. Наша Екатерина Скрипник за исполнение роли Маргариты в спектакле «Фауст» разделила победы с актрисой Ростовского музыкального театра Марией Давыдовой. Мы от души поздравляем коллектив Новошахтинского драматического театра с успешным выступлением на фестивале и желаем новых творческих успехов. Театр любит и ждет вас!